И всем привет, с вами Влад. Сегодня мы будем играть в Bedwars на сервере YMMC. А что будем делать на самом деле, это бежать от него. Но вы спросите, каким образом? А вот это вы узнаете в этом видео. Ну что ж, погнали! Ну что ж, ребята, я сейчас попал в абсолютно рандомную команду. И эта команда зеленая. Ну что ж, теперь я думаю, вы можете догадаться, почему я хочу отсюда сбежать. Во-первых, тут есть флай. Я, правда, могу использовать флай, как вы видите. Полет будет доступен, но каждую минуту он будет мне доступен. Но лететь я буду всего максимум 15 секунд. Ну что ж, давайте приступим. Первое, что нам понадобится, это куча стаков блоков. Я думаю, вы уже все поняли, что я сейчас буду делать. Но мы должны это делать максимально беспалевно. Давайте, короче, сейчас возьмем немного ресурсов и купим наших блоков. Нам самое главное, вот еще, нам нужно найти команду, которая очень легко проиграет. Вот так вот сделаем. Я думаю, вы спросите, почему вот именно так, потому что здесь у нас будет меч и лук. Тут стрелы, дальше у нас тут будет кирка и яблоки простые, чтобы покушать. Нам на меч нужно 750, ну что ж, давайте немного подождем. Ну что ж, ребята, я уже взял 750 ресурсов, а точнее даже на 30 больше. Ну что ж, давайте купим первое, то, что нам нужно. Это меч чародея. Дальше нам нужен лук, который стоит 750 ресурсов, как и меч. Ну что ж, давайте тоже поднакопим немножечко. И как вы видите, у меня уже 783. Давайте купим лук, но и также стрелу. Тут бесконечность. Давайте купим немного яблочек и... Ах, да, я, кстати, вспомнил, что нам еще и кирку тоже надо. Так, и нам еще нужно, кстати, броня. Мне нужно сейчас 500 ресурсов. Давайте дождемся этого количества. Ну и что ж, у нас сейчас 500 ресурсов. Вот, как вы видите, вот все, что мне нужно, находится у меня. Давайте все-таки беспалевно убежим. Кажется, кто-то за меня это все делает. Я думаю, нам придется очень беспалевно это сделать. Да ладно. Давайте заберемся в первую очередь на дерево и будем за собой все ломать, чтобы нас никто не подозревал. Ну что ж, ребята, я забрался на дерево, как вы видите, и сейчас нам нужно очень беспалевно удрать. Давайте сломаем все за собой, то, что мы оставили, и потихонечку подходим. И мы делаем проход вверх. И я буду за собой ломать блоки таким вот волшебным образом. Вы спросите, как я опять залез туда, но я же говорил вам то, что у меня флай доступен. Я же не просто так выкупал консоль, но еще для проверки, да, кстати. Вот так вот делаем себе проход вверх до максимального расстояния. Максимальной высоты, вернее. Да, я думаю, это достаточно. Но нам за собой тоже надо будет сломать. И не сдохнуть, кстати. Да. Давайте я сейчас чуть-чуть спущусь. Вот, как бы спуститься. А, точно, я же так... Я что-то немного не так. Так, как вы видите, команда синяя была уничтожена каким-то игроком. Но меня это не волнует. Потому что меня запалили. Ребята, меня запалили. Меня запалил чувак. Иди нафиг отсюда. Иди нафиг. Иди нафиг, все. Я тебе все сказал. Я полетел. Так, надо сломать все с собой. И за него тоже, кстати. Все. Я думаю, можно делать ноги в таком виде. Как вы видите, зеленый еще живет. Не знаю, волшебным образом. Наверное, эта команда все-таки победит. И это не самая будет подходящая команда. И мне придется записывать все заново. Зеленые все еще побеждают. Красных только три. Давайте все-таки строить и удирать. Вау, ребята, я думаю, нам очень жестко повезло. То, что зеленые проиграли, красные выигрывают. Я думаю, мы скоро одни останемся. Самое главное, чтобы нас никто не запалил. Это самое главное, потому что тут флай не только для меня разрешен. Тут все могут летать, но не все, вернее, только от оператора. Кстати, оператор 99 рублей стоит, как я вам говорил. Это очень странная ситуация. Так, надеюсь, меня никто не видит. Ребят, там кто-то есть. Ребят, стоп, это мое зрение, типа, показывает какую-то фигню.
дымы и какие-то пузырьки от какого-то зелья, невидимости, наверное. Надеюсь, за мной сейчас никто не идет и не видит меня. Вот, смотрите, там красный же. Я по броне узнал. Сейчас самое главное, чтобы у него не было дальности очень далекого. Я думаю, видите, я уже в облаках, так что меня точно не запаят. Я думаю, мы в каком-то месте уже построим наш домик. И давайте все-таки мы там будем развлекаться. Но самое ужасное то, что к нам уже кто-то припереться. И смотрите, вон там, по-моему, там зеленый сейчас находится, и он там один остался. Я думаю, все поймут, что я удрал. Но в какую сторону, я думаю, они тоже поймут. Так что давайте, не знаю, свернем что ли куда-то. Вдруг они знают такую фигню, да? Я, кстати, не первый раз так делаю. Я и до видео так делал, и еще когда-то делал. Да, это было классно. Помню, когда я один туда приперся в плоский мир, а Бэдвардс там остался без меня, да. И это было вообще классно, но не в то время, потому что у меня были дела, и я не хотел покидать свое место. Короче, давайте, что ли, не знаю, построим. Надеюсь, меня никто не увидит из этого расстояния. Там еще чувак еще живет. Вот он там. Мне его, если честно, жалко. Я хочу ему помочь чем-то, но мне страшно. Я же, знаете, 15 секунд. Я же не долечу обратно, да? Я думаю, что у меня не хватит времени долететь сюда обратно. Потому что надо знать, в каком направлении надо лететь. Вдруг я не увижу этот блок. Прогрузка-то, она же... Мне сейчас жестко повезло, если честно. Позорно сейчас выглядело. Почему вот именно на этом сервере я вам советую удирать ноги? Потому что тут можно летать. Да ладно. И плюс оператор 99 рублей. Консоль 379. Это знаете, какая редкость бывает? 5, 4, 3, 2, 1, 0. И смотрите, ребята, смотрите, что у меня тут видно. У меня зеленые один человек. Вы представляете, в каком сейчас положении находятся все люди. Хотя, знаете, тут желтый тоже один остался. Так что, думаю, сейчас они на него пытаются напасть. Так, давайте все-таки теперь начнем строить на первых 3 стака что-нибудь, допустим. Если честно, вот, смотрите, я сейчас делаю такой плюс большой, да? Вот, смотрите, я вот бы хотел бы сюда стекла поставить. Потому что, знаете, как это красиво выглядит? Вот, представьте, тут стекла. Так, как вы видите, желтый еще один остался, и он все еще живет. Я думаю, эта команда нам прям с первого раза попалась. И если честно, это еще первый дубль, потому что второго дубля еще не было. Самое главное, не лохануться, не упасть позорно. Притом, когда флай еще недоступен. Надо очень ровно строить и представьте, как лучше строить. Ну, я думаю, вам все понятно. Ко мне еще никто не строится. Так, а почему желтый еще живет? Как вы думаете, у меня там уже, знаете, типа, уже там миллион ресурсов сидит внутри. Вы представляете, что я смогу на это купить? Ну и что ж, ребят, я думаю, мы тут уже долго торчим. Давайте еще тут побудем и попробуем туда прилететь и обратно. Момент истины. Мы сейчас попробуем долететь до нашего острова. Ну что ж, ребят, мне страхово писать флай, потому что я не знаю, что потом меня будет ожидать. Надо сделать дорожку очень хорошей, чтобы я еще смог. Надеюсь, там никого нету. Давайте за то, чтобы там никого не было. Я еще скопирую, если что. 3, полетели! Так, надеюсь, тут никого нету. Давайте еще плюс на шифте будем ходить. Это магазин. Ребят, желтых ноль. Они все за мной идут. Мой, пора сваливать. Мою хату видно. Тихо, ребят, тихо. Тихо. 30 секунд осталось. Тихо, ребят, тихо. Ребята, тихо. Блин. Ребята, мы запалились, ребят. Все, короче, ребят, давайте удирать отсюда. Не знаю, что может быть, но нам очень сильно повезло. Блин, я думал, там никого не будет. Я просто не посмотрела вот то, что справа сейчас видно. Желтых ноль. Охотец на него уже перестали. Давайте. Он летит, ребят, он летит. Давайте в него стрелять. Да. Я умер.
был убит. Тварюка какая. Ну ладно, ладно, ладно. Надеюсь, вам понравилось это крутое видео, потому что я надеялся на то, что я... Блин. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на мой канал. И, ребят, извините за то, что я не выпускал видео очень долго, а именно стримы, потому что я немного ленюсь их выпускать и монтировать, кстати. Ну что ж, всем пока!